Город Тенге станет декорациями для съемок документального фильма о возвращении мигранта на родину. Снимать картину для Франции будет французская киногруппа. Режиссер фильма Владимир Козлов русский. Он покинул Россию в 90-х годах. Съемки фильма начнутся уже осенью, а пока в Энгельсе автор собирает необходимый материал. Режиссер сам выбирает и осматривает будущие объекты съемки. Его интересует городской архив, краеведческий музей, приюты для сирот и престарелых. Осенью по этим залам вместе с ним пройдет герой его фильма – Серж Катков, иммигрант во втором поколении. 75-летний француз русского происхождения всю жизнь мечтал увидеть Россию. Из Энгельса уехали его родители, бросив родовую усадьбу в селе Липовка. Сам герой фильма пока приехать не смог, но поручил режиссеру отыскать родовое гнездо. В любом случае, даже если не найдем это имение, он приедет сюда посмотреть и поискать. Поиски хождения по русской земле Сержа Каткова приобретут форму 50-минутного документального фильма. По словам режиссера, им уже заинтересовался крупный французский телеканал «Антеа». Картину назовут «Мироздание» от Сержа Каткова. «Мироздание», потому что фильм этот философский, о том, как российскую глубинку представляют на Западе. Насколько Россия современная не соответствует его представлениям о России. Вот. И соответствует тоже. То есть это вот самый, то, что называется деколаж по-французски, то есть несоответствие воображенного и реального. По мнению режиссера, картина будет интересна и русскому зрителю. А вот где ее можно будет увидеть в России, станет ясно только после съемок.